чуть больше километра за 19 миллионов рублей. Ремонт капитальный. Такой масштаб город смог позволить себе лишь в рамках федеральной программы, хотя ремонта двухполосная улица Мамонтова требовала давно. Она соединяет город с Нагорной частью, пропускает общественный и транзитный транспорт. Высокой интенсивностью белополотно его заменят полностью с учетом современных требований. Ведутся подготовительные работы у нас по устройству тротуаров, то есть снятие излишков грунта. И, как мы видим, на данном участке у нас происходит укладка асфальтобетонной смеси для устранения вот именно выравнивания профиля и отвода застоя воды. Вопрос об устройстве улицы Мамонтова в первую очередь именно связан с напряженной ситуацией как и с поверхностными стоками, так и с высоким уровнем грунтовых вод. Именно для этого у нас здесь будут применяться и перепускные трубы. По словам властей, здесь и на других участках безопасных и качественных дорог строят с опережением сроков. В рамках федеральной программы уже выполнено 2/3 объема работ. Напомним, этим летом в список попало 33 участка в Барнауле.